Загрузи шарнир, наклоняя парус вперед, выпрямляя переднюю руку. Это поможет тебе сместить твой вес вперед над центром доски. Нажатие на гик передней рукой поможет загрузить шарнир. Сильно закрой парус, что позволит его легче контролировать. Облегчение паруса – это когда чувствуется, что он теряет тягу, что идеально для контроля над ним. Облегчение паруса улучшается еще больше, когда ты радикально выпрямляешь переднюю руку и в то же время перезакрываешь его. В то время как передняя рука выпрямляется и верхушка начинает перетягивать тебя вперед, согни переднее колено, перенося вес на пальцы стопы. Теперь ты можешь свободно подвинуть заднюю ногу и поставить стопу на подветренный край. Продвинутые серферы одновременно отцепляются, наклоняют верхушку и переступают задней ногой. Для облегчения контроля во время обучения не вынимай заднюю ногу из петли, пока доска не повернет хотя бы на 45 градусов вниз по ветру. Задняя стопа должна быть под прямым углом к центральной линии на подветренном крае доски, касаясь задней петли. Наклони верхушку в поворот, выпрямляя переднюю руку и давая возможность парусу поставить тебя над доской и на пальцы стоп. Согни колени и наклонись в поворот, надавливая все больше пальцами ног и накреняя доску. Если ты хочешь сделать поворот круче, делай ножницы ногами. Ключевой момент при входе в поворот – это уверенно дать возможность парусу втянуть тебя в поворот. Если это сделано правильно, сильно потянув задней рукой и выпрямляя переднюю, то верхушка буквально выставит тебя над передним коленом. Ты почувствуешь, что парус становится легким и его легко контролировать. Дай верхушке вытянуть тебя вперед над доской. Хороший визуальный знак – это когда кисть выпрямленной передней руки оказывается точно над шарниром. Закрой парус, выпрями переднюю руку, колени смотрят в поворот, дави на гик.